Степану Натараджану было 35 лет. Его жене Елене 24 года. Их дочери Илаяль 9 лет. Они погибли полгода назад. Теперь вы – эта семья. Ну как, вам с мужем здесь нравится? Ты здесь счастлива? Да. Она мне не дочь. Он мне не муж. Все фальшивое. Кто они? Подонки. Я ничего не выигрываю, устраивая беспорядки. От режиссера фильмов «Ржавчина и кость» и «Пророк». О, Бог, Ганеш, оберегай нас от несчастья и сделай так, чтобы все было хорошо. Я хочу остаться с вами.